Ну что, всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим вот на такую посылочку. Это мой второй заказ с магазина ri.ru. Вы можете видеть, такая стилизованная коробочка. Ну, точнее, здесь просто пустили вот они ленту из надписи ri.ru. Вот так вот смотрится. Очень хорошо, кстати, замечу, упаковано. Мне очень понравилось. Такая плотная упаковка. Чем-то напоминает она озоновскую. Они, в принципе, все примерно одинаковые. И давайте посмотрим, что там внутри. Это видео будет распаковка-спойлер на будущее, так сказать. На что вы увидите видео в скором будущем. Потому что здесь довольно интересные штучки находятся внутри, которые я очень ждал. Итак, ага, сбоку мы открываем. Ну, вы, наверное, уже видели примерно, что там. Ну, можно догадаться, что я могу заказать с 3DRU. Итак, та-да-да-да. Все вроде в хорошем этом состоянии, ничего не произошло с посылочкой, с внутренностями точнее. В общем, что мы здесь находим? Первое. В общем, три блистера по 5 бустеров в каждом и плюс по 2. Ой, блин, а что он какой тут? А, просто вылетело. Да, 5 этих. В общем, вы уже видели, я делал видео на такие блистеры, в которых, как я говорил уже. В общем, там 30 карточек плюс 2 редкие. Вот так вот смотрится. Будет обязательно отдельное видео на все 3 здесь. Ой, сколько же карточек получится? 30, 90, еще 96. 96 карточек, вы только представьте, блин. И то я вряд ли соберу полную коллекцию. Потом, после вот этого момента, как я сделаю видео про эти блистеры, я уже начну обмениваться. Уже точно, потому что, ну, куда столько? У меня, знаете, сколько карточек? А у меня на обмен уже вот сколько карточек, вы понимаете, да? Сколько здесь вот сейчас в такой огромной стопке, плюс сколько будет вот отсюда карточек. В общем, я прям просто очень сильно хочу обмениваться. Они у меня лежат, кстати, в вот такой штуке, старый, так сказать, в старом блистере. Вот здесь вот я их здесь храню. Пока что не найду, с кем обменяться. Ну, просто мне нужно распаковать все вот эти, чтобы знать уже, какие точно мне нужны. Вот, ладно, в общем, 3 блистера. Дальше берем первое. Хопа. Так, это... Так, 4-й выпуск Лего Ниндзяго журнала. Вот здесь пакетик с нашей... Как что-то, что называется... Так, 5 видов оружия, стойка с оружием. Блин, плохо отсвечивает, в общем, вот так видно. А будет обязательно видео. Блин, приклеилось. И еще. Ой, там накладная еще. Дальше. Так, блин, и ни одной фигурки. В четвертых номерах фигурок, в общем, нету. 4-й номер Лего Чима, вот так смотрится и здесь. Так, огонь против льда. Ну, в общем, тоже какая-то такая штука. Потом посмотрим поближе на нее в моем обзоре. И сейчас покажу накладную с ценами. В общем, вот кусочек с ценами с накладной. В общем, Чима стоила 214 со скидкой. Ниндзяго тоже 214 со скидкой. И 3 набора черепашек-ниндзя 714 рублей. Без доставки это стоило 1142, плюс доставка 149. В итоге 1291 рубль. Шло это неделю. 28 числа я заказал. И 3 июня это уже все мне пришло. В общем, это была вот такая вот посылочка. Для меня это очень круто. Я думаю, вам тоже нравится на все вот это вот смотреть. Вот, потому что вы пишете, когда следующие там карточки, когда следующие 4-е выпуски. В общем, вот, ребята, все будет. Все будет, ждите. В общем, если вам понравилось это видео-распаковочка, то ставим мне лайк, мне будет приятно. Подписываемся на мой паблик ВКонтакте, группу точнее, добавляемся в друзья и следим за всеми моими новыми видео. В общем, всем пока, друзья!